Выездом на место происшествия установлено, что 12 января 2017 года в полдень в реке Западный Дагомыс поселка Дагомыс Лазаревского района города Сочи обнаружен труп неустановленного мужчины. На вид 45-50 лет, предварительно лица без определенного места жительства. Видимых признаков насильственной смерти в ходе осмотра трупа и места происшествия не обнаружено. Предварительной причиной смерти по результатам судебно-медицинского исследования трупа стало заболевание, обусловленное злоупотреблением алкоголем. Сведениями о криминальном характере смерти следствие в настоящее время не располагает. По факту смерти проводится проверка в порядке статьи 140.